дамы и господа, перемены касаются всех. Итак, обычная русская семья. Ой, там на горе, ой, там на горе. Она? Туза першмаган? Соль подать. Я-я. Да хватит! Он не мой сын. Пойду посуду помою. Сидеть? Ага. Кто он? Ну, он скорпион, он же... Ты что, не гороскоп? Ты посмотри на него, что у него от меня, что у него мое? Рубашка твоя старая, что, джинсы! Место? Почему у него глаза узкие? Это у него от яркого света. У него в темноте, не знаешь, как выпучиваются? Ну-ка. Что ты мне лядишь? Я иногда прохожу мимо него и не понимаю, спит он или бодрствует. Так, ты, Мамай, тебе сколько лет? 14 ему. 98-й год, значит, да? О, ты ж на поле чудес ездила! Не-не-не, усов нет. Она? Не меня кисать, с водром, она? Да-да-да-да. Вот что он сейчас сказал? Он говорит, я очень люблю своего папу. Переведи ему, а я твоего поймаю и накажу. Короче так, если он не мой сын, убью. А если твой? Если мой, пить брошу. Равноценно. Ты помнишь его первое слово? Нет. А я помню, я записал на магнитофон. Вот послушай. Давай, сынок, скажи мама, скажи папа. Назарбаев. А! Казах это, казах! Здорово, соседи! Слушай, сосед, ты мне не подскажешь, здесь сканворд не могу отгадать. Государство в Средней Азии, 9 букв. Казахстан. Фу, точно, Казахстан. Слушай, сосед, а не ты ли моей жене помогал кроссворд составлять на поле чудес, а? Ну, пару слов-то подсказал. Сел быстро. О! Вот он-то финал программы «Жди меня». Пазл-то собрался. Все. Па. Он сказал папа. Ма. Он сказал мама. Помогите! Это ты прав.